Значит, очень важный навык – это подъем и спуск по лестнице. Он очень опасный, но очень необходимый, поэтому здесь нужно потренироваться. Итак, вы подошли к лестнице. Для того, чтобы начать подниматься, надо подойти, во-первых, очень близко к первой ступеньке. Мы с вами рассматриваем вариант, когда оказалось, что перила находится со стороны больной руки. Он не может взяться за них, поэтому нужно будет использовать палочку. Итак, с чего мы начинаем? Для начала мы ставим на ступеньку палку. У нас дополнительная опора есть. Теперь, опираясь на палку, мы переставляем здоровую ногу на ступеньку и, выпрямляя здоровую ногу, подтягивая к ней больную. Итак, важным моментом, то есть больной человек должен подойти прямо в упор к ступенечкам, то есть небольшой шаг. И когда у вас уже есть перила, то вы здоровую руку положили на перила и будете использовать его в опоре. Но принцип тот же. Подниматься мы начинаем со здоровой ноги, чтобы потом на нее, оперевшись и выпрямив, подтянуть больную ногу. Итак, шаг за шагом. Чтобы спуститься, важно в первую очередь опустить больную ногу, поскольку для этого нужно присесть на крепкой здоровой ноге. Опираемся на палочку и ногу, спускаем ногу, затем приставляем к ней здоровую и опускаем палочку. Если оказалось так, что перила находится со здоровой руки, то спускаться еще легче. Вы держитесь за перила, ну мы стул поставили, чтобы продемонстрировали, и тот же принцип, спускаем больную ногу, опираясь, и подставляем к ней здоровую. Если оказалось так, что для спуска у вас нету палочки или перила оказались со стороны больной руки, здесь тоже не проблема. Вы берете здоровой рукой за перила и больную здоровую туда. Ну, у нас немножко ниже, но чтобы вы принцип главное поняли. И удерживая себя, спускаете сначала больную ногу, чтобы она не осталась сзади, вы ее тогда вообще не вытащите, а потом к ней приставляете здоровую. После длительных тренировок, когда уже ноги окрепли, вы можете отрабатывать навык обычной ходьбы, когда вы поднимаетесь на ступеньки не приставным шагом, а уже поочередно, то больную ногу вверх, то здоровую. Для этого нужно время, но оно обязательно придет. Тренируйтесь.